Нас ждет великолепная компания, но весь сюжет этой миссии уже как бы на втором плане, потому что мне не удается пройти эту миссию. Понимаете, просто не удается ее пройти. Напоминаю. Какая музыка, ё-моё. Что у нас здесь молодой герой первого уровня. Его можно прокачать на этой миссии не выше 10-го, если я правильно помню. Вот, наша задача вернуть тележку с камнями для того, чтобы пробиться к этому замку. Она находится у пиратов, у него хорошая, хорошая армия. И у тебя нет возможности... Есть еще один человек рядом под боком, через него не пройти, к нему не пройти из-за того, что там палаточка, ключника тебя не пускает. По сути, что у тебя есть? Нычки берсеркеров, нычки кентавров, и в перспективе нычка кочевников и нычка грифонов. Но их мне одну удалось пробить, а вторую уже не удалось пробить, к сожалению. А, то есть ты знаешь, как пройти, но сейчас специально не прошел? Нет, я не знаю, как пройти. Я сейчас не знаю, как пройти. Я специально себе не это самое, не смотрел никакие видосики, не гуглил. Вот. Я и прошу вас, друзья, не советуйте. То есть захватить мы замок не можем, пока не пробьемся через пиратов и не убьем самого главного героя-пирата. В прошлый раз мне повезло. Кстати, можно вернуться к более раннему сейву. Там был еще трай пораньше, когда мы уже убили вражеского героя. Слушайте, а может я могу к вагонетке пройти? Так просто, давайте проверим кое-что. Любопытно. Там вагонетка за ним находится. Вдруг я могу на халяву высадиться там. Черт его знает. Здесь хороший трай, потому что нет вражеского героя. Мы забрали у него предметы. Не, она охраняет прям... основательно. Армии. Да, вот я на этом и остановился. Думал, что можно здесь каким-то макаром получить опыт. Но в целом можно сейчас либо мотнуть, либо, в принципе, попробовать с текущей армией его пробить. Маловероятно. Маловероятно. Ну, смысл в том, чтобы... у кентавров штраф. Серьезный штраф по точности. Поэтому я не хочу... Я хочу в деф стоять. Вот, это хорошо. Они объединились в один стак, это хорошо, значит, у них выстрелов будет поменьше. А я думаю, справимся. То есть убегаем, и кентаврами сейчас мели идем, шотаем этого с хорошей вероятностью. С ответки, понятное дело, ну. И что у нас? Минус 15 кентавров, да? 14. И тебе не дают вообще... Пойти в убежище. Все, я в домике. Это чтобы скрываться от героев, прокачанных снизу. Сейчас, правда, раз, два, три. А вон он, герой уже поскакал. Это плохо. Опа, у него мертвый герой. Он сейчас за доспехом уже идет. У-у-у, ребята, попробуем убить героя еще одного. Подождите, я, кажется, нашел самое слабое звено. Прощайте. Ой. 200 кентов и шаманов, да хрена. И что-то герой совсем не мертвый. А почему Аглеон 16 уровня? Он вообще не мертвый, он нормальный. Он так нарисован, как будто не живой. Он очень даже живой. Блин, Орион. Да и вообще непонятно, что делать. Шаманы с Бладластом. 500 кентов. Я вертел просто. Я вертел. Просто. Просто по лицу 200 урона. Короче, это какой-то провал просто. Высаживаюсь. Что у нас здесь? У нас тут 1400 пиратов, блин. Больше 700 этих. Раз. О, слушайте. А может и выстоим? Ну да, видите, здесь с пиратами ничего не сделать. Но достаточно близко. То есть я думал, что будет хуже. Кивриант, кивриант, кивриант. Ох, ты ж ёжик. Если б я от того героя каким-то макаром смог избавиться. Я могу дождаться, пока он уйдет просто, и попробовать помотать, находясь там в святилище. Или просто где-нибудь вдалеке. Потому что если... Я думаю, что если я 3 месяца подожду, у меня уже будет хорошая армия.
Но если он так будет стоять, то хорошо. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три. 13 месяц, вторая неделя. Заходим. Раз. 190. Ну куда ты, куда ты, куда ты, тварь? Он поскакал, поскакал. Он может сейчас выкупить все, что я хотел. Не, не закупают. Циклопы, правда, стоят. Вот эти вот. Они мне совсем не нужны. Можем ли мы как-то от циклопов... Дюжины! Да. Черт, плохо, что приросли циклопы, потому что мне каждый юнит вообще нужен. Мне бы вернуть так то время, когда... Ну, то есть ситуацию, когда он не подходил ко мне. То есть логика какая? Если под нашим контролем будут находиться вот эти вот нычки... Понимаете? Вот под нашим контролем, если будут находиться эти нычки. Мотаем еще 3-4 месяца. И надеемся на то, что та армия, которую мы с вами возьмем, закупим во всех этих нычках, она будет... Она прирастет. То есть мы обгоним прирост естественный у того пирата. То есть армии увеличиваются все равно каждую неделю. Правильно? Правильно. Так, там было в прошлый раз 370, 300, ой, 730, 740, два пака пиратов. И было... кто там вторые-то были? Да, разбойники. Ой-ой-ой, почти удвоилось. Но у меня удвоилось количество кентавров по сравнению с прошлым. В 5 раз увеличилось количество этих, и в 10 раз увеличилось количество разбойников. Короче... Да, я обогнал его по... Но хватит ли этой армии или нет? Хороший вопрос. 1300, блин, пиратов. 1300 пиратов, алло! Но в целом пираты еще пока не подошли. Это очень хорошо. Сейчас, если нам удастся освободить лучников... Почти удалось, блин. А, и вот это потери по урону. Да, видите, пират уже здесь. Забужно, Михаил! Раз, два, на, три, по 300 просто. Ох, ох. Даже стак кентов сохранили. Да! Видимо, придется... О, жители Килмара приняли нас радушно. Но когда я заговорил о том, как изменить всех... жизнь всех варваров, у них возникли сомнения. «При законах Килгора, во всяком случае, наши воины сильны», — сказал их предводитель. «А я не говорю, что нужно забыть о воинских умениях», — настаивал я. «По обычаю Килгора, воины могут брать себе все, что пожелают, даже у собственного народа, но не хочу видеть...» А, это мы читали. Да, они захватили вагонетку руды. Во! «Великая радость охватила жителей Килмара, когда они увидели, как я качу к городу вагонетку руды». «Как тебе это удалось?» — спросил меня вождь. «Мы отобрали ее, а заодно и покончили с Томми Криком». Жестко ответил я. Ой, я такой жесткий. Удивительно. Должно быть, вы непревзойденные воины. О, мы непревзойденные абузеры. Это означает лишь то, что память о чести и любви к нашему народу нисколько не умаляет ярости воина в бою. Мы играем за варвара, кстати, напоминаю. Ответил Тарн. А я добавил. Ага. Откликнулся бы Килгар на ваши страдания? Нет. Но даже если бы он отобрал вагонетку Томми, неужели вы думаете, что он вернул бы ее вам? Жители Килмара переглядывались друг с другом, приходя к очевидному заключению. «Нет, Килгар бы оставил ее себе», — сказал вождь. Он протянул мне руку. О, опять руку, ребята! Это первая рука в этой компании или какая там по счету? Ответь жестко. Отвечу жестко. Очень жестко, Вивоби. Сейчас отвечу тебе. Понял, пес? Возможно, в твоих речах о единстве что-то есть. Давай же, расскажи нам больше. Беремся за руку и под сенью звезд начинаем вытанцовывать. Компьютер, пожалуйста, помоги. Яд был близко. Вы поняли это, увидев трупы умерших животных. Сначала вы обнаружили мертвого оленя, лежащего на берегу реки головой в холодной воде. Затем лисицу, двух диких кабанов и бобра, выброшенного на берег. Какой же маньяк убивает так безжалостно? Вопреки предостережению, полученным при исследовании берега, вы подошли дальше и набрели прямо на логово медуз. Они были повсюду. Они окружили вас, отрезая пути к отступлению. Вы также заметили несколько строений и поняли, что это их жилище.
«Что вы сделали с водой?» — спросили вы. Они лишь указали взглядами на пару огромных котлов на кострах. Вам осталось гадать, какую отраву вы там варим. Изи. О, 11 уровень, что? Зайти сюда, ключ, ну... Мы с Тарнумом сопровождали повозку, груженную, в числе прочего, бочками с водой. Когда мы спросили возницу, куда она держит путь, он сказал нам, что жители окрестного городка Фрунгар нуждаются в пресной воде. Недавно люди стали болеть без видимой причины. А, это гарпия как раз, да? Несколько человек даже умерли. Предположив, что болезнь исходит из воды, они послали возницу, чтобы он доставил воду из другого источника. Прибыв во Фрунак, мы воочию увидели мучения этих людей. Многие страдали от жажды. Остальные были больны. Мне не нужно было спрашивать, чем им помочь. Позже я увидел, как Тарнум сканился над рекой, откуда жители брали воду. Он хлебнул немного воды и тут же выплюнул ее. «Отравлено!» — заключил он. И тогда он глянул вверх по течению. Я знал, о чем он думает. Что бы ни было причиной болезни этих людей, наверняка находился в том направлении. Реке потребовалось всего один день, чтобы очиститься от яда. Но мы уже сходили, все сделали, которым мне сбрасывали медузы. Когда жители Фрунага утолили жажду, я сел подле них и заговорил о единстве и чести. Думаю, им понравилось то, что они услышали. Фрунаг! Черт, я не хочу здесь отстраиваться. Что-то настолько без шансов. Выключаем автобой. И смотрим, как, что, где. Да, башенки появились, но я не знаю, как они работают. У него кентавров чуть меньше, а все остальное превосходит меня колоссально. В 10 раз больше орков, шаманов. Шел за мест по 30 орков. Так. Все подряд, гад. Ненавижу его. Да, захватил. То он там уже следующий замок выстроил. Слять. Ну, новый герой. Ну ладно, это халявный экспам. Не, надо на замок сначала напасть. Да мне тут вообще не хотелось бы никого терять, понимаете? Ой. Вскоре после занятия города один из ваших советников сообщил, что вскоре ожидается прибытие 3 вражеских армий с караваном. Вы можете узнать больше об этих силах, посетив караван-сарай, поговорим с караванщиком. Да вы что? Тут все отстроено опять. Все, буквально все. Да, понятно. Капец, как караваны работают. То есть он с караваном вместе с того замка за один ход дошел. Он, собственно, я понял. Вот что мне нужно было делать. Мне нужно сразу было после захвата этого замка во всех нычках затариться. Что, собственно, он и сделал. А он уже бежит. Просто я в шоке, если честно. Такая... На контрасте, знаете, предыдущая кампания была легким вояжиком просто. Ничего не надо делать, ничего не надо думать. Просто все само растет, все отлично. Но этот гад уже скачет, понимаете? О! Не скачет! Что такое? Что такое? Так, ребята, время мотать. Время мотать. Время сп... Нет, стоять! Что ты? Я ж тебя только нахвалил. Ты ёпер, эсэте. Да, караван прибыл. Нет, так-то нормально. Мы со временем соберем армию больше, чем тратим и чем получает он. Так что в этом какой-то смысл есть. Я чувствую, я где-то глобально какую-то механику не знаю. Открываем. О, здесь грифона уже нет. Его уже успели убить. Проходим. Так, что у нас здесь? Алтарь тактики. Тактический навык, хорошо. Это что здесь? О, это что такое? Город еще один.
Навстречу вам вышли трое крепких воинов. У каждого был топор и щит, а их суровые лица были иссечены шрамами многих войн. Одно название «Бранигор» говорило уже о многом. «Мы слышали про тебя и про твои разговоры о переменах. Мы знаем, что ты желаешь помочь нашему народу, но можешь ли?» — спросил один из них. Прежде чем вы ответили, другой добавил: «На что ты еще способен, кроме слов? Какова твоя сила, брат?» Какое-то мгновение вы опасались, что они напрашиваются на драку, но тут третий процитировал известную варварскую пословицу: «Достань свою сталь из ножен слов!» «Что?» Положив ладонь на рукоять меча, вы ответили кратко. Именно так, как понимают эти вояки. «Как помочь?» Они объяснили, что где-то в этих горах поселилось несколько чудищ. Несколько чудищ сейчас на такой стадии, несколько чудищ. Я смотрю, у меня там косарь кентавров, косарь этих. Много молодых воинов ходило охотиться за этими зверями, но никто не вернулся, сказал один. Раньше чудовища украдут, бывало, корову другую успокоятся. Но сейчас они напали на одну деревушку. Все воины были перебиты, а женщины и дети пропали, сказал другой. «Найди этих чудовищ», — потребовали они, — «если сможешь спасти наших людей, но главное, мы желаем мести, мы хотим, чтобы эти твари были мертвы». Твари. О, вот они. Прежде я никогда не сражался с чудищами, поэтому в животе у меня возникло такое чувство, словно там было гнездо тысячи бабочек. Что? Опять девочка пишет. Про варвара. Он уйдет сражаться с чудовищем, у него в животе бабочки. Что? Что начинается опять? Ой. Пошло движение. Жители Бранигора выбежали на улицы, чтобы поприветствовать вас и спасенных вами детей. Это был миг радостного воссоединения, а затем к вам подошли трое отцов города. «Не понимаю толком твоих идей, но ты человек слова», — заметил один. «Для меня достаточно истребления этих тварей. Бренигар твой», — сказал другой. А третий воин выразил свое отношение крепким рукопожатием. Ну, тут нормально. Тут главное, не взялись за руки. «Итак, где место воина при твоем правлении?» — спросил он. «Место воина там, где ему и следует быть, между своим народом и врагом. Какая доблесть в убийстве ради убийства. Мы все варвары, мужчины, женщины, дети. И все мы стоим между колыбелями наших младенцев и теми, кто желает нас уничтожить». Блин, прорывается опять. Ну, я хочу посмотреть, что в этой части. В этой части у нас... кто такой? Ты... А это уже похоже на их главный город. Во-первых, я хочу здесь закупить все. Закуплено, проверяем. И вот отсюда они тащили огров-магов. Так, еще дальше. Нет, подождите, кажется, я мог проскочить сейчас. Давай, выходи. Я не успеваю. Хитер, а? Что за? Давайте посмотрим, сколько у нас в результате получается суммарно армии вместе с этим. На 250 рублей сообщает: можно перестать играть в Warcraft, но нельзя перестать включать Муна при любом удобном случае. Да. С такой армией я его не убью. 100%. Погнали. Ладно, давай так. Самое главное, кентов вражеских убить и все. Минус 78, серьезно, в 78? Там еще 570 этих. Не, я могу с ним в текущей армии сражаться только в этом. Только в замке.
Да, давай просто побегаем. Аналогичный фонтан мы же захватывали, да, получается? Сейчас посмотрим. Да. Это он выскакивал. Идеально. То есть он мобхакер, сволочь. Он видит, что ты уходишь, и сам... Он захватывает, но там ничего нет. Мы отвоевываем этот замок. Без проблем. Успел. Успел же, да? Заблочил. Но он без замка сейчас. А мы еще по... Ну что, здесь у него нет городских стен, с одной стороны. Но с другой стороны... 507 шаманов-то никуда не ушли. Good. Пусть бегут. New. Ой, ну ясно. И ты пошел там вокруг, да? Ладно. Два. Ой. Серьезно. Вот почему стоит только-только отпустить из виду и сразу начинается? Вот что это такое? Ну ничего, мы здесь собираем. Ой, смотри, как, смотри, какая. Красавица. А ну-ка. Давай-ка. Да, долго просто. Сейчас автовой поставлю. Абсолютно бесполезные, блин, сражения. Раз и два. Победа близка. 100%. Нет. А, он внутри. Он сидел там, оказывается. Ну ладно тогда. Ну а что делать? Ну, нас побольше, да. Нас побольше. Ну, где-то побольше, где-то поменьше. Все равно орки. Плюс на 5 с этими с бафами. Господи, как же мне. Сейчас пойду. Вот, сейчас я пойду за бафом. И опять начнется вот эта погоня в горячей крови, понимаете? Он сейчас такой. Опа! Расстояние, скажет тот. Вот он вышел. Сейчас такой вернусь. Надо пробовать. Как она поет. Так, раз на раз. В чистом поле, ребята. Хорошо. О, минус 100. Слушайте, а снимаем агру и, может быть, и заковыряем сейчас. Что сейчас будет два удара безответных на минус 60. То есть и без гарпии затащили. Победа. Захватываем дальше замок, это ГГ. Ну, дневной закуп у них просто становится. Ё-моё. Вы захватили. Уходит. Победа. Так, а теперь я прошу, эксперты, как эту миссию надо было проходить без извращений? То есть, что там, что основные советы, какие бы вы дали? Нет. Наша Нет. сила не в мышцах и не в булатном клинке. Мышцы ослабевают от старости и болезней. Железо ржавеет под дождем и плавится в огне. Наша сила в единстве. Вместе мы сможем накормить всех детей, построить великие чудеса и разбить всех наших врагов. Единство навсегда. Я забил последний гвоздь в новое здание лесопилки, в крышку гроба, да? Старгвард, Ставгарда, и отошел, чтобы полюбоваться своей работой. Подумай только,
Мы так много сделали всего за два месяца. Подумать только, мы так много сделали всего за два месяца. Каждые два месяца, прошло два года уже. Каждый день я получал доклады о процветающих фермах, растущих садах и богатеющей казне этой небольшой области, которой я правил. Я сам поражался тому, сколько много может добиться варварский народ, если захочет. Когда я признался в этом Тарному, он засмеялся. «А чему ты удивляешься? Посмотри, каких успехов мы достигли на ратном поприще. Несмотря на отставание в оружии и недостатки магии, мы все равно громили многие цивилизованные армии мира», — сказал Тарн. «Но то были битвы, а здесь дела домашние». Опять она. Как же она. Ладно. Приземленный. «Мы, варвары, люди деятельны. Почему ты думаешь, лентяев у нас изгоняют? Если нельзя проломить череп другому, то почему бы не загнать пару гвоздей в доску?» Что? Как всегда, Тарнум был прав. Возведение этой лесопилки потребовало тяжелого труда. Тяжкого труда. Но пот, струившийся по моей голой спине... казался почти таким же приятным, как гордость, которую я испытывал при виде постройки. Война у нас не в крови, как думают во всем мире. И мы сами привыкли, и как мы сами привыкли верить. Мы способны не только на резню и грабеж. Я лишь хотел, чтобы это поняли все варвары. Но вскоре мне предстояло столкнуться с теми, кто отказывался сворачиваться со старого пути. А, тут еще можно скорость повысить. Погнали. У варваров есть пословица: «Сранча не польстится на целину». А если все идет на лад, то можно быть уверенным, что что-нибудь обязательно испортится. Я узнал, что наше растущее благосостояние привлекло своего рода саранчу — военных вождей. Два самых могущественных варварских полководца в землях племен выслали свои войска для захвата этой области. Очевидно, они не считали нас большой силой, иначе бы лично возглавили свои войска. Они напомнили мне Килгара, последний варварский король, пошел против остального мира не только из собственной мании величия, но и по экономическим соображениям. Варварские земли Крюлода охватило величайший голод. Слишком много скота пошло на прокорм несметной орды Килгора. Или Килгор, опять же. Килгор, скорее. Слишком много деревень было сожжено, прежде чем Килгор сделался королем. Тысячи человек умерли от голода. Еще тысячи пали жертвами болезней, но Килгор, вместо того, чтобы распустить свою армию, начал войну, которая привела к концу света. Я просто вспоминаю, что мы делали в прошлый раз. Там у нас тоже тысячи были. С хорошей едой не спешили. Ты делал сейф на текущий ход. Следующим мод будет как текущий, не знаю. Посмотрим. Надо почаще сохраняться. И теперь две армии движутся на нас, чтобы отнять то, что мы построили с таким трудом. Мысль о том, что моими врагами стали мои соплеменники, печалила меня. Если я намерен защитить Ставгард и его племена, мне придется пролить варварскую кровь. Если бы только этих полководцев можно было вразумить, если бы только они поняли, что мы процветаем только просто потому, что не ведем войн. Ой, не все так просто. Кентавры внизу были. Тарнум учит, что знание врага — первый шаг к победе, поэтому мы расспросили наших людей о двух воеводах, положивших глаз на Ставгард. Берсерк Улок сообщил кое-какие сведения о Хундрике. Хундрик слушается только своего жирного брюха, — сказал Улгар. Мое племя как-то сражалось в союзе с ним, у нас были все преимущества над врагом, высота и внезапность, но он не отдал приказ об атаке, пока не доел свой завтрак. «Как же он вообще держится у власти?» — спросил Тарнум. «Он, может, и жирный, но сильный, как бык. И проворней, чем кажется. Ну, Хундрик знает, что делать. Просто отъедайся, и все». Тарнум кивнул. «А что насчет второго воеводы? Вогеля?» — спросил я. Улгар пожал плечами. «Я знаю только имя. Говорят, что он великан. Некоторые называют его спиноломом. Мне нужно будет больше узнать о Вольге, прежде чем я сойду с ним. А этот Хундрик, кажется, особой угрозы не представляет. Если пища так легко отвлекает его от дела, то я найду, как обратить этот порок против него». Кристаллы выдлет. Хорошо. Смотрим дальние земли. Это все? И тут какой-то город, не город. Кристаллы. Должны сделать... Да как так? 10 нужно. Давайте наменяем один кристалл, чтобы циклопы прирастали.
Что нужно... Так, высший друид остановился у ворот. Извините, но мы не, с некоторых пор не пропускаем варваров, ибо племя кабаньего копыта охотится на наших священных животных при помощи церберов. Это вызывает гнев у нашего народа, поэтому мы не желаем видеть никого из варваров. Но если вы уничтожите этих церберов, мы могли бы сделать для вас исключение. Мы думаем, что они живут в подземных псарнях где-то на востоке. Мы как раз их видели. Так, хорошо, ладно, друзья, тогда сегодня у нас трансляция чуть пораньше закончится. Завтра продолжим... Ну, завтра варик будет, повторюсь. Я хочу посмотреть турнир. Все-таки азиатский топ. Друзья, простите, пожалуйста, давайте к Соколику бегом. Или к кому-нибудь еще. Я сегодня встал раньше обычного. Ну как, не поздно, но 8:30 для меня это рановато. Я уже успел подустать немножечко. Тем более, прошлая миссия высосала просто из нас все соки. Мы 3 часа первую миссию второй кампании играли. 3 часа. Поэтому давайте до завтра. Днем будет трансляция по варику, а вечером что-то еще. Может быть, соколик, может быть, герои. Приходите. Я пойду отдыхать, сокола смотреть. Спокойной ночи. Пока.